Одной из поэтесс, прославившей Республику Дагестан на весь мир, является Фазу Алиева, родом из села Геничут Ольхонзахского района. В связи с объявлением в Дагестане 2017 год годом поэтессы Фазу Алиевой во всех городах и районах республики будут проводиться мероприятия, посвященные ее творчеству. Литературный марафон Фазу Алиева «Голос мира и добра». Под таким лозунгом в Хасаюрте стартовала первая встреча учащихся 5-й школы с родными и близкими поэтессы, а также ознакомление с ее творчеством. В раннем возрасте, уже в школьные года, ее талант был замечен. В возрасте 17 лет стихи Фазу впервые были опубликованы в 1949 году в газете «Большевик Гор». В 1961 году Фазу окончила Литературный институт имени Максима Горького и состояла в Союзе писателей СССР. Являлась автором более 100 поэтических и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира. Фазу Гамзатовна за годы трудовой деятельности была награждена медалями и почетными орденами, такие как Орден Знак Почета Дружбы Народов. Также стала первой женщиной обладательницей Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного в 2002 году, что является высшей наградой Российской Федерации. Действительно, сколько бы мы ни говорили о нашей Фазу, если этого будет мало, сегодня это преемственность поколения, дети показывают свое творчество, стихи прочитаны. Это очень приятно. Еще раз благодарю директора и педагогический коллектив за организацию этого прекрасного мероприятия. Спасибо большое. Фазу Гамзатовна внесла существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Помимо этого, занималась правозащитной деятельностью. Фазу Алиева часто говорила, что поэзия очищает человека, делает возвышеннее и добрее. Стихотворения Фазу Гамзатовны переходили из уст в уста и стали настоящими призывами. Курзахи девочку ту знали в почете среди стариков. Фазу манерно воспитали, как по законам древних гор. И в раннем возрасте надежду девчонка стала подавать. И не теряла в жизни веру, хотелось в мире ей познавать. Писала на родном, на русском, не ординарностью талант, а женской толи, только с чувством. Фазу писала, сочиняла, всех удивляла яркостью своей. И тихо песни напевала, Фазу прозвали «Звонкий соловей». Руководство 5-й школы на мероприятие, посвященное творчеству Фазу Алиевой, пригласили самых близких для нее людей. Это сын Махач Магомедов и племянница Хава Тагирова. Фазу Гамзатовна Алиева скончалась в ночь на 1 января 2016 года в возрасте 83 лет. На сегодняшний день сборники произведений публициста, широко известного по всему миру, имеют спрос во всех городах страны. Махач Магомедов от лица семьи и родственников выразил благодарность тем организаторам и вручил в подарок библиотеке 5-й школы несколько книг матери. Первое мероприятие прошло в Хасаюрте. Это тоже, я считаю, знаково. Даже еще в родном районе еще не было, тоже они собираются. За это, за все спасибо. Пусть у вас дома будет всегда радость. Пусть вот эти дети будут приобщены к литературе, к искусству. Это поможет им жить. Они станут достойными гражданами нашего Дагестана, нашей России. Спасибо большое. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали глава города Зайнуддин Акмазов и заместители главы администрации города, исполняющие обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева, а также работники Центральной библиотеки имени Расула Гамзатова. Директор городской библиотеки Эмиль Якубов отметил, что в читальных залах проводятся творческие вечера, посвященные произведениям Фазу Гамзатовны, где принимают участие поклонники творчества Алиевой. Мы у себя в библиотеке наметили много разных мероприятий. Сейчас весь коллектив занимается оцифровкой литературного наследия вот в том бумажном виде, который у нас есть, для того, чтобы представлять нашим читателям, которые пользуются уже не бумажной книгой. Вот мы хотим предоставить им такой доступ, чтобы они имели в руках телефон и с помощью этого телефона или планшета спокойно читали стихи Фазу Гамзатовны. Критиков тогда еще поразила начинающая поэтесса и писательница своей яркостью и неординарным талантом. Фазу Алиева принадлежит тем великим писателям, на творчестве которых основывается авторитет многонациональной российской литературы. Фазу Гамзатовна Алиева в своих произведениях говорит о таких вещах, как любовь, дружба, вера и патриотизм.
аутизм. Эти понятия духовной категории особенно актуальны в нынешнем разобщенном мире. Именно поэтому творчество писательницы пользуется любовью всего российского народа. На протяжении 3 месяцев в Хасавюрте будут проводиться мероприятия, посвященные творчеству Фазу Алиевой, где учащимся представится возможность узнать много нового и интересного из жизни талантливого писателя-прозаика. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».